Вчера был очень-очень важный праздник для каждого российского человека. Кто-нибудь знает, что это был за праздник? День рождения нашего Александра Сергеевича Пушкина. Именно в день рождения великого поэта в мире отмечается Международный день русского языка. К нему и была приурочена встреча школьников с писателем Дмитрием Углевым, который пишет стихи для детей и для взрослых. Велик во всем, и в мыслях, и в делах, Европы просвещенный почитатель. Любил повеселиться на балах, известен миру все ж как созидатель. Несмотря на то, что аудитория состоит из учеников начальных классов, Дмитрий Углев читал не только легкие произведения, но и вполне серьезные стихи, посвященные различным историческим фигурам и событиям. Начинал писать я как автор именно для взрослых. Первые мои книги, которые были изданы, они были сборниками поэзии для взрослых. А потом вот как-то сложилось так, наступил такой момент, когда начал писать стихи для детей. Причем это затягивает, это как бы не одно произведение, а выходит иной раз даже целая серия произведений. Член Союза писателей России, автор нескольких сборников Дмитрий Углев, частый гость в Лопатинской школе, которая уже более 3 лет сотрудничает с Расторгуевской библиотекой. Таким образом, дети в летнем лагере имеют возможность поближе познакомиться с русской культурой. Следующее у нас мероприятие тоже будет посвящено и Великой Отечественной войне, и тоже с ребятами будем и стихи тоже писать. И, конечно же, там у нас будут еще темы, ну, такого, о добре и заботе о ближнем. Одним словом, планов громадье, и, судя по всему, подобные встречи не оставляют ребят равнодушными. Вам сегодняшнее мероприятие понравилось? Да! А что нам нужно сказать? Спасибо! Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.